В семье Анны Семенович произошла трагедия. Певица Анна Семенович вынуждена сделать перерыв на работе. Она и ее родные переживают утрату. Семенович опубликовала в своем микроблоге скорбутную новость. Артистка потеряла крестную мать Татьяну. Звезда трогательно рассказала о близком человеке и попросила поклонников поставить в церкви свечу за упокой души. Как умерла женщина, раздавленная горем, звезда не рассказала. Фолловеры принесли соболезнования любимице и пообещали помолиться за душу Татьяны. «Светлая память», написали неравнодушные пользователи.